Всем привет, меня зовут Владимир, и смотрите канал Феникс Let's Play. Сегодня мы продолжаем играть в игру Emily Wants to Play. Мы в прошлой, получается, серии прожили один час. И, соответственно, надо нам, получается, проживать, так скажем, дальше. Я, кстати, тут посидел, почитал, оказывается, тут не нужно что-то такого делать, тут надо просто выживать. То есть, так скажем, ждать. Твою мать, как... А, здорово. Это, а как фонарик включать? Кто мне напомнит? Ай, фонарик как включать? Так, от приближения. А фонарик как? О, нет. Так делать не надо. Так. Короче, суть в том, что... Тут надо просто выживать. Я-то думал, тут какой-то сюжетная линия какая-то есть. Вот она ушла. А я не понял... А, фонарик включен у меня уже. Тихо. Пойдем отсюда. Тихо. Тут достаточно просто... А чё, как? А как? Он же включен у меня. А, во, на букву Е. Тут достаточно просто ходить и аккуратненько это... Выживать. Представляешь, что у нас тут кто-то еще же есть? Ай-яй-яй-яй. Блин, а я-то думал, мне эта игрушка уже не страшна. Я думал, я уже тут иммунитет выработал, что ходи, выживай и так далее. Оказывается, нифига. Так, а что-то у меня звук. Вот так надо сделать. Это что-то уже как-то со всеми показалось тихо. Так. Подожди, я что-то... Ай-яй. Я его выключил. Так, ребят, прошу прощения. Ага. Случайно выключил весь звук. Вот. Так-то лучше. Так. Покуха. Так, Эмили, ну давай, ты хотела поиграть. Давай играть, что такое. А, возьми новую дверь. Купи Эмили медикаменты. Так, стоять. Don't stay still, не стой спокойно, да, сейчас. Я этот прикол помню, я помню этого клоуна, он за нами гонялся, я был уверен. А что нам надо делать вообще? Вот я знаю, что выживать... Тихо. Где? Вот он. Что-то я закрутился аж, перепутал. И получается, насколько я понял, каждую ночь тут будет появляться все больше и больше и больше... Покупка. Вот этих вот непонятно кого. Так скажем, друзей Эмили, по-моему, они называются. Вот часто Эми двигаемся, а там Эмили, бляха-муха. А, она вообще рядышком. Отлично. Нет, все в порядке. Вот, и получается... Твою мать, ты где ты опять? А где ты? Твою, бляха-муха! Ты откуда взялась-то, а? Вот так вот и будем сейчас выживать, блин. И с криками, с истерикой и так далее. Самое-то интересное, вроде уже знаешь, чего ожидать, что делать. А все равно страшно, бляха-муха. Ладно, видели, будем пробовать выживать, что теперь. Интересно, а если где-нибудь встать? Просто вот встать где-нибудь там в уголок. И не палить контору. Так, у нас включен, да, фонарик? Да, включен. Нас можно будет убить или нет? Тихо. А, ты уже здесь. Здорово. Так, давай мы на тебя посмотрим, подождем, ты, наверное, должна уйти. Ну ты ж не дура стоять тут, как мы. Да я дурак тут, я тут буду стоять, потому что я боюсь двинуться с места. А ты сейчас должна уйти. Вот скажем, вот если я в уголок куда-нибудь встану. Так что буду ее палить и буду палить того, кто будет появляться. Мне же кажется, это... Вот, видите, она пропала точно, я был прав. То есть, наверное, все-таки... Так, ну ты надоела, я за тобой не пойду, ну тебя нафиг. Не, за тобой не пойду, я за тобой уже ходил. Там как-то это... Все очень печально было. Ты на нас там напрыгивал, я тебя боялся, кричал. Не хочу. Ты вредная. Так, это дверь. А, точно, я уже забыл. Тихо, стоим, не двигаемся. Ай, тут Эмили еще где-то рядом. Все. Можно, тихо. Спокойно. Не, я туда не пойду. Давайте лучше сюда пойду. Тут нет никого, все. Она там. А мы туда, значит, не пойдем. Мы пойдем вот сюда. Че-то, где-то мы. Стучись. Оба. Вот так вот мы его. А я что за дверь, я не помню ее. А-а-а! Блин. Что-то у меня с ориентированием очень плохо стало в последнее время. После Pandive Drive у меня совсем паршиво стало с ориентированием, честно скажу.
Потому что там такой домик, в котором я, честно говоря, стал очень сильно путаться. Надо, кстати, доснимать его, как считаете? А то там экшен только начинается, и я уже начинаю тихонько бояться в него играть. Тихо. Где тут? Вот она. Опуха, никого. Пойдем. Короче, где щелкает, нам туда идти не надо. Если там где-то щелкнуло, значит, нам надо идти оттуда. Твою мать, где она здесь? Опа. Опа. Не, вниз я не пойду. Внизу там страшно. Не, там не страшно, кстати говоря. А, ну там делать нечего совершенно. Я думал, там какая-то история есть, а там истории нет. И поэтому я не... вижу смысла совершенно туда идти. Так, сейчас склон отойдет, и мы пойдем. Ухо. Так, где эта дверь закрылась, все отлично. Я... так, знаешь, Эмили. Вот... Бляха-муха. Да, вот так надо делать. Ай-яй. А что произошло, твою мать? Она здесь. Так, Эмили, давай я вот тут так встану. Я тебя подожду, потому что меня сейчас просто в угол загнала. Я не знаю, что с тобой делать. Поэтому давай вот тут постоим. Посмотрим на тебя. Ты на нас смотреть не будешь. Ты у нас, смотрю, стесняшка. Нам нужно прожить эту ночь, чтобы у нас какой-то появился кто-то. Следующий твой друг появился. Вот, отлично. А тут... А вот это было некрасиво. Твою мать. Вот это было, Эмили, вообще некрасиво. Так делать не надо. Перед носом закрывать нельзя. А чё таксид пошёл работает? Твою мать. Не дай бог, сейчас Эмили придет сюда. А, так это мы дверь даже открыли. Нифига себе, тут до того темно. А, я фонарик выключил. Так, ну вот мы читали. Как я уже говорил, был бы какой-то сюжет, мне кажется, было бы немножко поинтереснее. Вот поэтому мне эта игра... Так, Эмили, давай я вот так посмотрю просто. Поэтому мне эта игра не особо... Не то, что не понравилась. Она интересная, все. Но смысл в том, чтобы вот так вот выживать просто. Тут застынь, тут посмотри, тут еще что-то. Немножко не то. Мне больше нравится какой-то сюжет. То есть, если бы я бегал куда-то, допустим, найди ту записку, найди того друга, найди еще что-то, было бы гораздо поинтереснее. Вот, например, помните, была игра Baby Blues. Она, кстати, есть на канале, можете посмотреть. Хотя бы сюжет, конечно, банальный. Сходи там, возьми этот вещичку, тут возьми вещичку. Но, тем не менее, какой-никакой, это сюжет. А тут вот, ну что, ну вот стоим, ждем. По сути, на него, мне кажется, вот так можно смотреть, вообще не париться. И в этом будет вся игра. А если я еще найду уголок, что она ко мне сзади не подойдет, так... Ну, во всяком случае, первые две ночи, возможно, так и будет. Дальше посмотрим. Эмили, ну ты уходить будешь, нет? Ты что-то стала слишком часто за нами бегать. А еще мне интересно, сколько времени. Вот, ушла. Вот как я и говорил. Вот, а она стала часто за нами ходить. Я не знаю, видимо, ей совсем стало скучно. Опа. Опа. Кто здесь? Нет никого. Кто здесь? Эмили здесь, если так. Не, на провокацию она не ведется. Отдать должное, это очень хорошее качество. Но как-то это... Давай как-то, Эмиль, чего уж там, уходи. Вот, она пошла назад, судя по звуку. Поэтому как-то тут больше внезапность. Хотя вот это вот доставляет клоун, когда время от времени он появляется. Я почему сейчас просто хожу, жду? Я уверен, что нам нужно просто подождать, когда пройдет время. Потому что я там раньше пытался что-то ходить куда-то, какие-то диктофоны включать и так далее. Вот, видите, ничего не происходило. А сейчас просто достаточно было подождать какое-то время. И видите, мы уже час прожили. То есть, соответственно, просто надо ходить и выживать. Хотя я был уверен, что на диктофонах. Подожди, давайте посмотрим, подсказка новая должна появиться. Так, don't run from Chester. Ага, сейчас, блин. Если don't run, значит очень даже run. А кто такой Chester? Кто такой Chester? Твою мать, чё? Вон он был! Твою мать, ты меня не видел. Ты меня не видел. А, да нифига, да, разводил его какой-то, прикинь. Так ты прикинь, там эта скотина, от которой надо убегать. А тут скотина, от которой не надо убегать. Ой, твою мать. Твою мать.
А тут скотина, от которой нельзя двигаться. А, вот это уже интереснее, кстати говоря. Но опять же, это уже не хоррор получается. Твою мать, опять ты тут. Это уже получается догонялки Том и Джерри. Так, сейчас нас либо Честер, либо этот хлопнет. Но Честера вроде тут не было. А как тебя зовут, я вообще не помню. Ты клоун. Не, ну так-то это... Такое разводилово. А я-то думаю, что меня не пускает? Клоун, ты там это, на уровне моего пояса, не надо там ничего делать, хорошо? Ты там стоишь, что там руками разводишь, не надо так делать. Я... Твою мать, ты где? А, понял. Так от него бежать-то надо, ё-моё. Вот три шага сделать. Я даже не уверен, что бежать надо. Ну, давайте пока походим. Меня, честно говоря, больше всего пугает сама вот эта вот, кто она? Эмили, наверное, да? Сама вот эта вот кукла черно-белая, которая стоит и появляется из ниоткуда, она меня гораздо больше пугает, что этих спалил, либо замер, либо побежал. Не беги от Честера. Ну, вот я еще в первую ночь смекнул, что вот это подмигивание, это нифига не хорошо. Давайте, может, чуть-чуть поменялось. Твою мать. Да, иди ты. Ага. Съел, да? Честер. Ну-ка, а мы сюда. А, тут было закрыто, точно. Так. Значит. А, ладно, почитаем пока. Надеюсь, так можно делать читать-то? Так, я Честер, Кики, мистер Таттерс. Друзья. Вот еще, значит, получается, Кики и мистер Таттерс какие-то должны появиться. А, Кики, наверное, кукла, а Таттерс, подожди, а Таттерс, это, наверное, вот это вот, клон и есть. А, лады, вопросов больше не имею. Хотя, нет, вопросов у меня на самом деле дофига. Чё за телек? Не могу прыгать, да? Не знаю, по-моему, Samsung это, у него такая каёмка была. Где давил такие. У меня, по-моему, в комнате такой же стоит. Такой же каёмочкой, прозрачненькой типа. А чё, всё? Провтыкал? Давай сюда пойдём. Чё это? Нет, ничего это. Нет. А, подожди. Это я выключил? Это включи обратно. Так, тут чё? А, так, а, мы это смотрели, типа. Пикабу! Не оборачивайся. А чё не оборачивайся? Никого нету и быть не может по определению. Никто не шумел. Хотя тут кто-то шумит. Твою мать. Побежали, пробежимся. Я, короче, понял. Если есть шум, надо бежать. Сейчас попробуем эту ночь пройти. В принципе-то, вот я не знаю. Вот. О, тут... Ну ты как так? А, понял. Тут еще подсветочка, оказывается, есть у самой плитки. Тоже неплохо, а что нет? Вполне себе. Твою мать, побежали. А тут не бежим, а тут стоим. А Честера мы свалили. Твою мать, твою мать. Два раза. Ладно, понял, понял, понял. Так, ну давайте еще раз попробуем пережить эту ночь. Мне кажется, мы где-то полчаса-то пережили уже. Ладно. Вот такой вот, то есть, по сути, тут просто может быть подляна вот такая вот. Они могут нас поймать вот таким образом. А представь, что этот клоун, собака такая, очень долго расстраивается. То, соответственно, все становится очень печально. Я предлагаю вообще вот так бегать. Во. Тихо. Давай, давай, сдуйся, клоун. Все. Я вот ждал, но все равно не успел бы. Давай! А где наша подруга этот? Я так понимаю, это не Эмили, нифига. Ты, наверное, все тут. А где ты? Да, не ты. А где вот этот, как зовут эту куклу, мне интересно? Мне кажется, все-таки Кики. Кстати, а что это такое? О! На хоть картины посмотреть. Тут, смотри, произведение искусства, я как-то бегаю от каких-то кукол, боюсь его. Что это такое? Конверт. А
А что вы? Ладно, перекур ждем. Вот самое главное в этот момент просто не трогать клавиатуру и просто руку убрать от мышки. Это уже проверено. Это проверено еще, кстати говоря, не только тут. Это проверено еще в игре Until Dawn, когда там моменты есть, когда нужно просто... И где ты? А, ты вот тут типа был. Ну ладно. Вообще, я так понимаю, просто достаточно в другую комнату перебежать. Так вот, я к чему? В игре Until Dawn, когда там были такие моменты, что нужно было джойстик просто положить и не трогать его. Я, конечно, бы записал его, скажу честно. Игрушка вообще обалденнейшая, мне она дико понравилась. Я ее перепроходил несколько раз, я, по-моему, все концовки открыл. Ну, если не все, то очень многие. Но одно но, она на Sony PlayStation. А у Sony есть такая особенность, что чтобы с нее записывать, там нужен специальный какая-то коробочка, этот... Нет, нормально, я думал, сейчас на нас нападет. Специальная коробочка, которая вот это будет делать. Чё-то я коробочку ценник глянул, и меня ценник пока немножко не воодушевил, блин. Значит, что-то порядка... Ну, я, это, разумеется, говорю про хорошую, а не про китайский ширпотреб. Я говорю про качественную и так далее. Чё-то ценник у него был 1015, по-моему, на сегодняшний момент. Вот я буквально несколько дней назад смотрел. Пока немножко не готов к этому. Хотя в будущем, если также будут просмотры, будут подписчики, будут все развиваться, то я очень даже за. Но и опять же, это на самом-то деле еще не такой, не основной. Не основная причина, по которой я решил пока не повременить с этим. Другая причина, она у меня подключена к телевизору. Вернее, к проектору, если быть точным. И на проекторе играть гораздо приятнее в игры, чем вот на мониторе. Но это уже другой момент. Если того потребуют, вернее, вы того потребуете, я все-таки обзайдусь коробочкой, я все-таки буду записывать с нее игры, потому что там на самом деле есть что позаписывать. Там игры очень интересные. Ну, буду что? Буду просто в игры, которые не для записи, просто буду играть там, как для записи буду переподключать сюда. Потому что вот, например, Until Dawn, я очень сильно хотел ее записать. Но нет пока такой технической возможности. Еще какие там 2 или 3 игры, еще каких-то я хотел записать, я вот не помню. А, Ведьмака я хотел записать. Ну, тут Ведьмак... О, яблочки. А чё, яблочки... А чё ты... Подожди. Они мне закрыли... Чё-то прямо внизу? А, да где-то смотрел. Я там был. Там, по сути-то, ничего такого нету. Так вот. Хотел записать Ведьмака, но... Как-то Ведьмак... Вы, наверное, сейчас меня будете яйцами кидаться, пандорами, тухлыми и так далее. Меня не впечатлил. Ну, скажу честно, я прошел только первую самую локацию, это вот, где я нашел эту Йеннифер, вот. Как мне объяснил человек, который в нее играл, он мне объяснил, что ты фигню не страдай, ты пройди дальше, она тебя очень сильно зацепит. Потому что, как он мне сказал, что очень многие начинали играть, и она сказала, что нудно, скучно и так далее. Пока не дошли там до какого-то определенного момента, и у них, соответственно, не зацепило. Ну вот я пока до этого момента не дошел, потому что у меня, так скажем, цели-то не было прям пройти ее. Она у меня давно уже куплена, у меня еще с лета лежит, по-моему, с весны или когда она там вышла. Короче, когда она только вышла, я где-то спустя, наверное, недельки 2-3 ее приобрел. Так вот, ну посмотрим. Возможно, даже как раз мы, ну, наверное, уже будет не актуально. В общем, посмотрим. Будем, не будем ее записывать, буду, не буду я ее проходить, не принципиально. Мне очень понравилась игра Alien Isolation. Ну, опять же, блин, я ее прошел. И вот я повторно, когда проходил, уже такого не было, вот этого вот, знаете, страха и так далее, когда сидишь, блин, и думаешь, дернуться, не дернуться, молчать, не молчать, что-нибудь кинуть, не кинуть. Кстати говоря, Alien Isolation, это была игра, с которой я начал смотреть летсплеи, и впоследствии которого я начал записывать, поэтому мне вот как-то, это, наверное, игра, основоположник от того, что вы сейчас видите. Плохо, что, опять же, ее не удалось записать. Ну, это ладно, это дело поправимое. Я... Ага, все отлично. Мы дожили до 3 ночи, это шикарно.
дело поправимо, и я все-таки надеюсь, что мы и дальше будет вторая часть и так далее, мы ее обязательно запишем. Так вот, я хотел посмотреть, что. Хотел посмотреть, кого мы теперь боятся. Сейчас посмотрим. Сейчас или переживем, или до первой смерти. Так. А, разве это не весело? А, да как тебе сказать, в принципе. Мы бегаем, я вот общаюсь с моими хорошими зрителями, рассказываю немножко о себе, чтобы они хоть немного представления обо мне имели. Поэтому, наверное, вполне это весело. Хотя игрушка пока что у нас заключается в том, что вот мы бегаем туда-сюда. Ну ладно, давайте сходим в подвал. А то мы в подвале давненько не были, а по одному и тому же коридору бегать уже немножко скучновато, поэтому давайте сходим туда. Так, ты давай, да, иди отсюда. Тем более, может, тут что-то новое появилось. Давайте сходим. Так, стоп. Вот она. Опа. Опа. Опа! А, нет, это была, да. Что-то вы меня тут убиваете. Это все было нормально. Кстати, а может быть сейчас надо сюда прийти? Что я точно знаю, она тут была, и тут включали мы это. Это, кстати, в прошлой серии, можете ее посмотреть. А где он? А где он? Странно. Поорал, поорал и не пришел. Я просто тут думал, что тут что-то... А, ну тут что-то важное просто, поэтому я сюда ломился, прям думал, тут сюжет какой-то. А сюжета так такого тут нету, поэтому... Ну... Твою мать, здорово. Привет, подружайка. А мы пойдем отсюда, мы пойдем вот сюда. А, подожди, да, давайте мы сюда сходим. Чё-то я тут так пробежался. А, тут ничего и не было. Тут диктофон был. Да не, вам кажется, пойдем отсюда. Тут больше делать нечего, поэтому... Нет, это включи, а это открой. Поэтому пойдем сюда. Я вот, честно говоря, не понимаю, о чем они говорят. И тут большой мой минус. Я пока... Если и перевожу, конечно, кое-какие моменты с английского, то в основном по субтитрам, потому что на словах мне довольно тяжело чего воспринимать. А по субтитрам уже что-то более-менее, а тут их просто нету. Так, подожди, а что-то я не понял, а в чем прикол этой ночи? Ну ладно, Честер в той появился, а тут почему никого нету? Они просто почаще появляются или типа там появился Честер? Твою мать, он появился, она появилась здесь, нет, она появилась здесь. Значит, мы пойдем отсюда. Вот так мы делаем. Давай на тебя посмотрим. Суть в чем? Походу они сделали как, что в той версии не было Честера. Ой, не было вот этой куклы. Кики она, наверное. Я не знаю, это или Эмили это, или Кики. Мне кажется, это Кики. А Эмили это девчонка. А в этой... Ты где? Хрен с тобой. Я-то это слышал. По-моему, это, знаете, мне очень сильно напоминает голос из... Саус Парка, этот. Мистер Хэнки. Вот один в один голос просто. Так вот, я к чему? А сейчас, получается, походу, мы будем бегать, будет вот эта вот кукла, и будет, походу, вот этот Честер. Нет, подожди, вот так надо делать. Ну да, то есть тут ничего не поменялось так таковое. Кстати, а подожди, а может дверь открылась тут? Нет? Нет, ничего не поменялось. Так, а там, кстати говоря, мы такое время ушли, я посмотрел. Ты смотри-ка, сейчас нас убьет этот Кики. Потому что мы на нее не смотрим. Да, собака. А там появилась эта собака, которая называется клоун. Которая, я не знаю, не помню, как называется. Ладно, мы целых два часа мы пережили. В принципе, это бы пережили, если вот так вот нас подло бы не подловили. Поэтому давайте сегодняшнюю серию мы будем заканчивать. Вот они, походу, троечка, они тут и будут за мной гоняться паразитом. В любом случае, игрушку, я думаю, мы пройдем. Я таких пока проблем не вижу. Бегаем, общаемся. Я немножко рассказываю о себе. Вы мне немножко задаете вопросы в комментариях. Вот так и будем строить наше пока общение. А потом посмотрим, может, что-нибудь устроим. Типа вопрос-ответ, еще что-нибудь такое. Как громко-то, а? Давайте сделаю так, а то я себя уже не слышу. А потом сделаем какую-нибудь рубрику вопрос-ответы, где вы будете вот сейчас задавать вопросы, а я там уже буду отвечать, когда они поднакопятся.
Ладно. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, самое главное. Всем удачи, пока!